Сейчас мы на турнире. И с одной стороны, как вы правильно говорите, отпечаток есть. Все-таки дома надо давать результат, хотя давать результат надо везде. Но я думаю, что в этом плане плюс большой, что мы будем играть дома. Мы соперника не выбираем. Бельгия уже который год первый в рейтинге FIFA, поэтому сложный матч. Матч открытия для нас. Ну, естественно, будет соответствующий определенный соперник, к которому надо быть готовым. Мы уже несколько раз с ними играли. Игры проходили зрелищно, результативно. Ничья, два поражения. Ну, теперь день X настал, когда нам надо хорошенько подумать, как нам решить свою задачу. O jedno ďalej. O jedno ďalej. Vonka máme ísť alebo? Конечно, хочется выжать максимум и выходить на каждый матч за победой, но по факту мы посмотрим, что получится. По крайней мере, сейчас мы сделаем все возможное, что от нас зависит, для того, чтобы подготовиться и добиться как можно большего.